Привет всем! Сегодня у нас 12 февраля. Прошел ровно месяц с того момента, как была посеяна земляника на рассаду. И свои семена сеяли, и магазинные. И сейчас сделаю такой небольшой обзор. Вот такая вот уже земляника подросла из своих семян. То есть уже практически у всех растений по два настоящих листка. Ну, есть, конечно, маленькое одно, но так вот в целом довольно вот такая вот хорошая рассада. Вот и следующий стаканчик из своих семян. Здесь она как бы погуще, то есть побольше всходов, и они немножко поменьше, но так тоже вот по два настоящих листочка. Продолжает она вот так находиться под пленкой. И стоит под подсветкой. Покажу еще один стаканчик из своих семян. Она взошла попозже. Вообще в этом году не знаю, что я буду делать со всей земляникой. Смотрите, какие всходы. Довольно хорошие такие вот всходы. Крепкие, не вытянутые. Вот она позже взошла. И почему-то она вот совсем не тянется, в отличие от той, которая раньше всходила. То есть схожесть прям замечательная у своих семян. Здесь, наверное, около 20 или даже больше кустиков. Поменьше она, но довольно такая крепкая. И присыпана она только вермикулитом. Грунтом здесь даже невозможно присыпать. Прям они совсем не вытягиваются, поэтому нечего присыпать-то. Покажу вам также землянику Флориан. Взошли все 5 семечек. То есть 100% всхожесть семян. Вот такая вот земляника. Флориан. 5 семечек. Семена стоили, наверное, 117 рублей. Где-то так вот. Ну, всхожесть 100%. Поэтому семена порадовали. Следующая земляника — это сладкоежка. Из 20, наверное, семечек зашло 11. То есть тоже довольно хорошая всхожесть. Ну и сами ягоды довольно крупные, до 50 граммов. По массе кустики компактные и не так много усов у нее. И плодоносит она до самой осени. Вот здесь вот 4 таких вот растения. Одно поменьше, а вот 3 побольше. И вот еще один стаканчик. Здесь 7 всходов. Такие вот. Немножко на листочках какой-то как рисунок такой появляется. Но может быть все-таки искусственное освещение. Не хватает все-таки солнышка. Потом будет она распикирована по кассетам. И уже будет стоять на подоконнике. Там будет естественный свет солнечный. Поэтому все с ней будет хорошо. Но так тоже вот уже... Кое-где даже третий листок намечается настоящий. Такая земляника сладкоежка. И земляника Тристан. Стоила упаковка семян 140, наверное, или даже чуть больше рублей. И всхожесть, к сожалению, не очень хорошая. Всего один такой вот всход. Одна земляничина взошла, в общем. Не очень порадовало. И еще немного земляники было посеяно. Вот такой вот контейнер из подмороженного. Тоже довольно хорошая такая вот всхожесть. Но сама земляника, она все-таки поменьше, чем та, которая растет в стаканах. Здесь ее еще кто-то подъел. Несколько штук погибло. Ну а так в целом тоже вот такая довольно хорошая земляника. И сейчас вот сравним с той, которая в стаканчиках. Такое вот отличие. Прям заметно, что в стаканчиках она крупнее. Ну и растение как бы получше выглядит, чем та, которая вот в этом контейнере. Хотя вся эта земляника из своих семян. Там вот такое вот отличие. Вот такой вот получается обзор. Торопиться рассаживать по отдельным
кассетам пока я не буду. Скорее всего, еще целую неделю она будет расти в такой вот общей емкости. Ну, как бы места здесь достаточно. И на подоконниках все-таки еще довольно-таки холодно. Под подсветкой она стоит в тепле, растет. Ну, как бы не хочу спешить. Это еще довольно маленькая. Ну, а вот эту, в принципе, на следующей неделе можно будет уже рассаживать по отдельным таким небольшим кассетам. Такая вот земляника. Из семян. Всходы 2022 года. Ну, а всем тем, кому видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на наш канал, делитесь с ним видео с друзьями и заходите почаще в гости. Всем пока-пока и всего самого-самого доброго. Ну вот, очередной такой небольшой сбор ягоды 10 августа 2021 года. Привет всем! Хочу вам показать землянику «Розовая мечта», которую мы выращивали в этом году из семян. Цветет она в большинстве обычными вот такими белыми цветами. Вот всего один кустик вот с такими вот как бы немножко розовыми цветами. Ягода у нее среднего вот такого размера. Самые первые ягодки такие крупные. Немножко они как продолговатые. Здесь тоже вот на кустике вот такая ягодка. Крупную собрали, поэтому здесь уже осталась мелковатая. Такая вот продолговатая она. Усов дает небольшое количество всего. Вот здесь, наверное, 1-2 усика было. И на этом кусту вот он усик. Его укоренили, и он сразу зацветает. Еще один кустик. Тоже примерно вот такие же ягоды. Продолговатые немножко. Земляника такого вот среднего качества. И как бы она с одной стороны не слишком усатая. Ягода средних размеров. Ну, как бы такая. Бывает и крупная, но есть и мелкая. Ну и цветение. Вот таким вот обычным белым цветом. Но это как бы не особо принципиально. Поэтому такой небольшой обзор гибрида «Розовая мечта», выращенного из семян.